Если вы прилетаете в Тривандру, вы будете, скорее всего, выходить из выхода А1 по дороге. Вот там предоплаченные такси вы можете заранее оплатить в аэропорту. Ну, если у вас есть Uber и интернет, вызовите Uber, Uber будет дешевле. Вот в этот киоск, там prepaid такси, предоплаченные такси. И спокойно доехать. До Куала-Лумпура всего лишь 15 километров, до Варкова где-то километров 60. В интернациональный терминал, если из России, но если вы путешествуете из Гоа, то в национальный, в доместик терминал, он расположен в 7 километрах от интернационального. Ну вот цены на такси, которые здесь предлагают. Например, до аэропорта Тривандрум 1500, до города Тривандрум 1600. Опять, я вот смотрел на Uber, и до аэропорта Тривандрум было 600. Но Uber, к сожалению, здесь ловит не часто. Если вдруг Uber здесь ловит не часто, но если вы поймаете Uber, это будет самое... Не поймаете, а именно сможете вызвать Uber, будет свободная машина, она вас закажется, это будет самая дешевая поездка. Доторговаться можно у местных таксистов, вот если вы пришли как турист с чемоданами, 1000 рупий вполне реально до аэропорта. Вообще Варкала находится в 40 километрах от аэропорта Тривандрум. Вот очень Тривандрум, одно из самых сложных названий аэропорта, которое я знаю. Помимо такси можно добраться на поезде. Садитесь там на поезд и приезжайте в Варкалу. Но приезжайте не на пляж, а в город Варкала, где железнодорожная станция находится где-то в 2-5 километрах. Ну, прям рядом, потому что сам город вот находится непосредственно в 2 километрах, станция чуть подальше. Берете рикшу, цена где-то 100 рупий, не больше, и доедете спокойно до Варкала-Бич. Вообще аэропорт Тривандрум, самолетов летает он поменьше, аэропорт из России, из других мест летают меньше, цены могут быть туда дороже. Вот так можно добраться до Варкала, вот смотрите, такое красивое место, на общественном транспорте. Вообще общественный транспорт в Индии очень неудобен, например, трансферов нету, шаттл-басов из аэропортов, а в Керале тем более, в Гоа вроде сейчас что-то сделали хотя бы один раз в день. И поэтому либо на такси, либо вот с такими пересадками. Надеюсь, когда-нибудь додумаются сделать прямой автобус, что это удобно, что люди прилетают, на пляже в том числе. Все, вот так вот можно добраться до Варкалы из аэропорта в Кералу. С вами был Борис Соколов, сайт visasam.ru. Подписывайтесь на наш канал, спрашивайте, если что-то непонятно, ставьте лайк. До встречи в следующих видео. Пока!